Анонс и точная дата выхода 26 серии турецкого сериала «Птица Феникс». Второе название – «Изумрудный Феникс». 26 серия сериала выйдет в эфир 6 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Зумруд попросила бывшую жену Серхата приехать к ним в особняк. Она считает, что так будет лучше для Азимет, и тем более за ней будет хороший уход у них дома. Азимет очень счастлива, ведь все начинает складываться именно так, как ей того хотелось. Теперь дело осталось за малым, и она достигнет главной цели. Только Серхат категорически против этого, так как ему прекрасно известно, чем в итоге все может закончиться. Он говорит Зумруд о том, что она вовсе не оберегает Денис, а дает ей надежду. И даже сейчас она уже стала надеяться. Зумруд же считает, что это не просто так. Зумруд приняла важное для себя решение, и теперь она точно знает, кто должен стать суррогатной матерью для их с Серхатом будущего малыша. Она сообщила всем, что Денис выносит для них ребенка. Денис говорит Зумруд, что это слишком большая ответственность, и она постоянно думает над этим. А вдруг Денис сможет сделать что-то не так, и в итоге она и Серхат, Зумруд, будут очень несчастны. Зумруд не понимает, что именно такого она может сделать. Только девушка даже не могла и подумать, что совсем скоро застанет в постели Серхата с Денис. Сможет ли Зумруд смириться с таким предательством и простить измену? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 26 серия сериала выйдет в эфир 6 января. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.